«Трактор» сегодня начинает последнюю в этом году домашнюю серию. Первым соперником станет московская «Динамо». Болельщики рассчитывают только на победу, ведь у «Трактора» сегодня день рождения. Клубу исполняется 68 лет. Перед матчем болельщики увидят в холле арены фотовыставку «Хоккейный путь длиной в 68 лет», а также смогут взять автографы у звездных игроков «Трактора», которые защищали честь клуба в 60-х годах, у Геннадия Цигурова и Владимира Пыжьянова. А непосредственно перед началом матча трибуны арены «Трактор» превратятся в звездный небосвод. Каждый болельщик сможет поучаствовать в световом шоу, если зажжет фонарик или телефон. Такая традиция появилась на матче памяти Валерия Белоусова 25 ноября. И, конечно, главное – это сам матч. На игру с московским «Динамо» челябинцы выйдут в ретро-форме. Начало трансляции в 19:30. Смотрите матч на телеканале ОТВ и сайте 1obl.ru.